Я хотел бы, чтобы наше общество это увидело, в конце концов, что у нас происходит в судебной системе, как вообще законы наши писаны, наверное, скорее всего. Человеку обвинили 13 лет лишения свободы за то, что он полкилограмма, особо тяжкое преступление, да, совершил, полкилограмма наркотиков завез на территорию Республики Абхазия. С целью разгадать. Вот мы не смогли, что его задержали в суд. Ну, он-то его сбывал же, да. Сбыт доказан. Ну, ввоз сейчас не обязательно, сбыт-то доказан. Да, разницы нет, ему здесь карман положили, как это произошло. Он получил существенный срок. Из них он отсидел там, грубо говоря, 3 года. И снижен был срок. И сегодня, ну вот поэтапно снижаются сроки. Сегодня он уже имеет возможность по истечении 10 лет ему скосили, и он ушел домой. Так получается. Это практика, чтобы все здесь прекрасно присутствующие знают, что эта практика у нас применяется повсеместно. И такого рода преступления, я считаю, что ни в коем случае нельзя пересматривать их ни сроки, и вообще все остальное делать так, чтобы эти люди выходили домой. Это раз. Второе, вот как сказал Адгур Нукзарович, на самом деле, вот человек осужден, мы все сделали свою работу, задержали оперативники, следователи доказали, осудили, посадили. И все, мы его забываем просто-напросто. Забываем и бесконтрольно другие заинтересованные лица, наверное, скорее всего, со своей, как говорится, определенной корыстной целью, уже усматривают возможность его выхода на улицу. И вы поймите, что как бы мы ни боролись с этим преступлениями, как бы мы ни ужесточали меры, те, которые идут на это преступление, знают, что есть лазейка, но он зарабатывает большие деньги, он отсидит 3 года и пойдет все равно домой. Он об этом знает заведомо уже. То есть вот эти моменты, я считаю, необходимо отрегулировать и сделать так, чтобы эти люди несли наказание и до конца его отсиживали. То есть они отбывали сроки, все те, которые им вменены. Отменить в категорической форме нужно. И в лицо мы их знаем, и мы с ними постоянно общаемся. Но несмотря на то, что мы пытаемся до них донести... Необходимо принимать конкретные меры. Нужно такие решения в коллегию, наверное, касаться, как она называется, ККС, надо, наверное, свои выносить постоянно за этих судей. Я думаю, периодически нужно будет отмечать. Когда мы будем это отмечать, скорее всего, должна быть последовательная реакция ККС тоже на этих судей. Надо принимать меры. Другого варианта я не вижу.